Приветствую всех, кто смотрит этот код. Это Total War Shogun 2, легендарный уровень сложности. Фракция Мори, война со всеми с первого хода, вызов. На меня напала Сагара, они прибежали, блин, аж... Как они вообще прибежали? Они воевали с этими Симадзу, и тут вдруг прибежали. Короче, непонятно. Ладно, у меня Мори такая, как это, против... Это... Харяхира будет воевать. У меня два пирата в Вакан. Короче говоря, я не знаю, на самом деле, какие у него шансы тут вообще. У него лучников-то почти нет. Поэтому, если честно, я даже не уверен, что мне стоит вообще целиком показывать эту битву. Наверное, стоит показать только ключевые какие-то моменты и успокоиться на этом. Например, один из ключевых моментов, откуда наступают враги. Все отсюда, что ли? Там они большой толпой идут. По всей видимости, они все идут оттуда. Ну, бля. Перестраиваемся тогда. Ну вот, самураи с луками уже полезли, их два всего отряда. Поэтому особо не паримся, наверное, возьмем вот так вот. Вот так. Здесь два. Где-то они тут залазят, так интересно будут, по всей видимости. Лофта, ну. А тут еще какая-то срань лезет. Это кто у нас? Самурай Сьерри. А, нифига, они смотри, как обходят, прикольно. Ха! Замок маленький настолько, да, что... Что им не хватает места. Но они, если здесь полезут, они все равно наткнутся на вот эту вот стену копий. Поэтому, как бы, хз. Машет веслом этим. Кто-нибудь зарубит кого-нибудь из этих двоих? Понятно, сломлены. Все еще ползут, смотри. Так, надо пройти, пока эти не залезли, ребята, и прощажить вот сюда. Противник атакует с тыла. Кого? Где? Че, вы гоните, что ли? С этим что случилось? Так, это самураи с луками сломлены. Пробегаем туда. Воодушевленный противник бежит, да. Ну и здесь... подрезают всех, кто убегает, да? Непоколебимый, иди ты. Так, давай-ка отступлю пока. Чтобы их просто так не дрался. Бесплатно. Он может сюда прочешет пока.
красота. Еще у меня есть целый отряд. Колебина, блин. Никто не ползет здесь? Нет, здесь все никто не ползет. Больше можно. Можно поддавливать. Давай-ка ты отдохнешь уже. А вот вы вступите наоборот свежими силами. Начальник и еще один мой начальник. Жопы. Встретимся на глобаль. Итак, какие наши дела? Куда? Посмотри, он какое-то там повышение еще получил. Черный корабль тут плавает. Задание получено. Деморализовать любую армию. Интересненько. Ух ты. Так. Я не могу пока командира пехоты взять, к сожалению. Потом придется сюда качаться. Иди сюда. Бога катана, а то номоно-моно. Этот встал. А что? Битва? Так, здесь я смотрю. Тут мне 4 нужно, здесь 2. Что у меня по налогам-то вообще? Отключенные налоги. На средних они стоят, понятно. Где мои... А, вот они. Агентики. Староста. Ты вниз иди смотреть. Что там происходит? Это что? Здесь очень много всего. Здесь много всего. Так. Если я возьму вот так, он дойдет? Не, навряд ли. Навряд ли. Но восстание у меня, по-моему, все равно не планируется. Да, да. Восстание у меня не планируется. Поэтому я потом отсюда, наверное, вот просто заберу в Цукуси войска. Кстати, можно здесь уже сделать Мацуку. Раз можно, значит, делаем. Он сразу получает повышение. Есть у нас репрессии в провинции, хитрость при наблюдении за городом. Ё-моё. Репрессии — это очень классно. Здесь можно сразу порядок поднять. Но в целом денег будет меньше, поэтому нафиг. Так вот, бах-бах и бах. Клад снабженца. Постройка окончена. Магистрат. Классный интегент. Это я только что сделал. Ниндзюка обнаружен. Здесь что ли? Да, это ладно. У меня есть всадники с Яри. Сколько здесь бомжей? О, прилично еще. Так, не знаю, давай. Иди, Ваки. Мне нужно в ту сторону тоже начинать как-то расширяться. В принципе, меня все устраивает. Я бы еще, конечно, здесь сделал... нормальные войска. Еще ниндзюку могу сделать.
А, подожди, вот эта дрянь, он же может дойти до Цукуси за один ход или нет? Я могу до него за один ход дойти. Хочу ли я до него дойти? Не очень, если честно. Дилемма, ладно. Давай тогда денег заработаем. Таким образом, 3000 на следующий ход я получу. Здесь тоже надо тогда наниматься. Ниндзюку пока делать не буду. Нужен набор. Так, и, блин, надо посмотреть, что там происходит. Ага. Ну, 200 рублей на прокачечку. Отлично. Теперь посмотреть, что у нас тут. Много. Так кто басё? Где замок-то у нас здесь? А потом вот туда, на мимасику пойдем. Так, есть контакт. Ну все, вроде пока больше ничего полезного не сделаешь. С меня по одному агенту, да? Всего я еще могу ниндзюку сделать. И у меня изобретается сущность. Поехали. Яманал. О, басё куда-то попёр. Черный корабль плавает, нормальный. Повышение уровня матюки. Получается но. Никаких но. Давай-ка синоби. Доклад снабженца есть. Наш ниндзюка обнаружен. Может быть, ниндзюка сейчас будет убивать кого-нибудь. Только денег надо, чтобы точно хватило. Сеять смуту. Вот это надо попробовать, конечно. Отлично. Отличненько. Может, Хариму еще захватит. Мятежники. С этим определились. Здесь пидорги достают меня. Вот здесь Мацука получил повышение. Тут ничего интересного. Так, у меня 200... 2952, если очень большой. Гарнизончик, так. Ну что, берем тогда вот этих ребят. Вот этих ребят, мне лучники нужны так-то, вообще-то. Вы в курсе, да? Для захвата замка. Я что-то не уверен. Так, ладно. Вот. Хомари, манари. Сколько разграбить? 4500. Грабим. Грабим, вот эта фигня нафиг не нужна. Эту, конечно, чиним. Войска, да, нормальные войска. Не хватит. А сюда надо перекинуть какую-то часть. Отлично. Ноль, как я угадал. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, тут все нормально. У меня 7000. Это отлично. И нужно как-то дальше двигаться. Здесь еще меньше народу стало. Я уж не знаю почему. Сколько стоит их переманить? 5 штук, 81%. Может, оно того и стоит. Не знаю. Сейчас у меня что идет? Весна.
гавань, чтобы он побежал вниз. Провинция захвачена, провинция разграблена. Давай вот это вот уничтожим Мацуку. Отлично, молодцом. Шанс скрыться, то есть чтобы он не фейлился, по крайней мере, на этих, на своих миссиях. И тут шанс скрыться еще. Вообще. Какие у меня еще ниндзюки? Нету больше ниндзюка. Ниндзюку можно еще здесь вот сделать. Так, я здесь не строю. Да. Здесь я ничего не строю. Вот так. Есть ниндзюка. На деньги. Что мы строим на деньги? На деньги мы строим... Если я здесь построю поля, это будет как бы ни о чем, понятное дело. Поля я ставлю здесь, вот, в самый дальний, так сказать, в самом дальнем месте. И дороги, вот эти дороги, да? Сколько они? 4 хода? 1000? Нет, ну Цукуси, конечно, гораздо важнее дорога, понятное дело. Мне нужен замок в Цукуси, он строится. Мне нужен замок в Суо, и мне нужно... Будзене отстраивать все эти штуки-дрюки. Которые идут на стрельбу. Давай для начала так. Так, пища 4, давай крепость. Крепость надо в Суо делать. Реально мне нужна здесь крепость. И нужен мне здесь торговый порт, на, с прицелом потом на военный порт. Я здесь буду все-таки делать лагерь. Как она называется? Для мечников? Хрень это. Школа мечников. Вот единственное, что мне нужна будет потом еще одна ячейка. А у меня камней нет, но я камни потом сделаю. Блин. А, это все херня. Ну, можно будет следующее сделать. Можно будет... Блядь, мне лагерь нужно делать однозначно. Ну, чтобы нормальные войска делать, нужен лагерь. Можно будет сделать следующее. Можно будет сделать здесь лагерь. Построить здесь вот несколько отрядов всадников с Яри с броней. Потом снести нафиг вот это вот додзю копейщиков и поставить здесь мечниковскую. Сделать парочку всадников с катанами. Потому что всадники с Яри, они не очень хороши против лучников. Итого у меня будет там 4 отряда всадников с катанами. Там 2 отряда или 3 всадников с... Короче, 4 отряда всадников с Яри, 2-3, наверное, отряда всадников с катанами и немеренное количество пиратов. Вот такая будет моя, короче, одна из армий без лучников, которая чисто будет на чарже, на засадах работать. Вот. Рашевая такая армия. Вот. А потом, когда у меня уже появятся лучники, когда у меня появится вот здесь вот броня, я сделаю уже армию полностью с броней, со всей фигней. Ну, можно так, короче, замутить такой план. Не знаю. Может, он странный. Так, и здесь. Диверсия ворот. Диверсия не удалась. Ну, ладно. Монах. Монах. Все, вроде все походили. Проверочка по технологиям. Все правильно. По этому все правильно. Погнали. Так, куда он пошел, неизвестно. А, там какой-то стек собирается. На Ивами, наверное, да? Ладно, молодцом. Хариму захватили. Мятеж? А, растущее недовольство. Попутали, блин. Ну, какой мятеж, вот чё. Так, минус 3. Минус 3, это не очень хорошо.
Здесь многовато, конечно, бичей. Так. Я вот так вот лучников могу отправить туда, в принципе. Давай. Вот, получается минус один, плюс здесь вот так вот, наверное, сделать все. Вот, здесь хватает как бы войск. Нападет он, скорее всего, на Хидзен, я больше чем уверен. Почему-то. И тут можно рынок начать строить. Все, у меня 1300 остается, наш ниндзя обнаружен. Строители Цукуси, твердыня прелестная. И здесь трактир. Все, остается 500 монет. Эта штука хоть и моргает, но здесь ничего не будет. Вот. Так, можно повысить налог, потому что денежка очень нужна, да? И ниндзюку отправляем. Вот сюда. Так, здесь 500 монет. Отлично, ничего не построили. 400 монет у меня еще остается. Я иду в Мимасику, здесь слишком дорого. Ничего. Когда, кстати, у тебя повышение? Блин, не скоро еще. Когда у него будет... А, так он уже смутьян, ё-моё. Когда у него будет повышение, у него будет еще плюс 2. Ух ты, класс. Потом можно еще вероятность избежать провала бахнуть ему. То есть такой будет смутьян-смутьян прям. Что здесь еще есть? Обращение персонажей. Полезно что-нибудь есть. Деморализация армии. Да не особо. То есть он на следующий ход. На следующий ход это будет 5 уровень, да? Он получит уже все, что надо. И что тогда потом? Ну, вот это можно будет перемещение по стратегической карте, либо взять ускорение. Или обращение персонажей взять, или... Не знаю. Посмотрим, короче. Посмотрим. Отлично. Минус еще и военачальник. Ох, нифига тут армия, да? Так, у меня тут даймё. Можно, кстати, перекинуть вот этого типа. Здесь наследник тусит, да? В принципе, правильно. Давай, топай. На следующий ход, я думаю, все у него получится дойти. Агенты у меня все походили? Ну, так-то да, все. Смотрю, просто никого я там прокачку не прокакал. Не, все ровно. И в Сулу я строю крепость. Угу. Лагерь буду делать однознатно. Поехали. На Цукуси идет, отлично. Отлично. Сами пираты. Замковый самурай, один отряд лучников. Сынулька. Как тебя звать? Мухтар. Три всадника с Яри. Куча, блин, самураев с Яри. Три всего сердца. Короче, поехали. Так. Покажитесь. Симадзюки. Да ладно. Что, все одной толпой идете, что ли? Три катанщика, ну да. Два лучника, ну да. Всадники с Яри. Да, они все с этой стороны идут всей толпой. Ну тогда перестраиваемся, что. Что, они сразу слезают, что ли? Ну, зачем? Ок. Кто я такой, чтобы вас осуждать, как говорится, да? Так, ну, конечно, они меня обтекают очень мощно, можно сказать. Очень мощно меня обтекают.
Враг захватил башню! Ну, бывает, ну что теперь? Давай сюда. Стой. Вот так. Лучиков не убираю. Так, ну давай тогда обходной маневр сделаем пиратами. Симадзу, по-моему, самые лютые вообще атаки делает. Прям вообще, посмотрите на это. Включил, да? Так, здесь кто-нибудь ползут? Не, больше не ползут здесь. Встать. Так, здесь все, да? О! Откуда они? Откуда они? Идите нафиг от меня. Господин, мы захватили башню! Я все еще ползу, да ладно. Даете. Слышь? Ладно, все, чаржа нахрен. Сейчас, я думаю, мы всех опрокинем. Массовое бегство. Встретимся на глобаль. Так, потерял один отряд на сигару с Яри, даже не заметил, когда. Окей, замковый самурай, как всегда. И у них осталось 240 человек, нормально. Это меньше двух отрядов. Ох, если пехота, конечно, имеется в виду. Не понял, что сейчас произошло. Они посадили на корабль или... Моровое поветрие где? Будзене? А, сука, иди в жопу. Что за моровое поветрие? Доход минус 50, степень довольствия минус 2, стоимость найма плюс 50, стал сезона 2. Йо-ка. Вот не вовремя-то. Так. А, ну, одного можно нанять, типа, да, и все нормально будет. Что здесь?
Слушай, по-моему, он все это говно, которое здесь было, засунул на высадку. Это жесть. Это очень неприятно. Сеет смуту. Сука. А там очень много было войск. Держу в курсе. Куда он полетел, интересно? Так, у меня здесь до жопы, короче, войск. Ну, это понятное дело, куда идет. То есть, тут как бы сомнений нет. Сколько его? 3325. Можно уже, на самом деле? Блин, очень плохо, конечно. Она объявлена Ходзи Хатори, а, ради бога. Так, наняты. Воины Хидзэня. Есть единичка. Сводка. Так, кто у меня быстрее прокачается? Этот или этот? Непонятно. Одинаково примерно они вкачаны. Так, Цукуси. 4. Что, на Будзен хочет пойти? Хрен его знает. Смотрите. Нам там собрался. Ломаем это все. Диверсия 150 рублей, ну давай. Не может. Так, ладно. Минус один. Это значит будет так. Блин, если сюда высадится это говно, это будет просто жопа. Мне нужно будет, короче, Нидзюку сейчас засунуть в Будзен, чтобы видеть, кто там, блин, плывет. Потому что, ну, ни хрена себе. Если там целый стек, короче, на корабли погрузился. Я охерею. А с кем воюет Яманал этот? С Хатори. У меня здесь крепость, здесь крепость. Нагата как бы ок, я смогу еще с Ивами перекинуть, если что. Само Ивами защищено. Я беспокоюсь за Цукуси и за Будзен, конечно. Вот за вот это я беспокоюсь. Все остальное это фигня. Так, есть войска. И здесь сколько можно вывести? Одного? Это с отмены это налогообложение одного? Сопротивление захватчикам бешеное. Вообще лютое сопротивление захватчика, на самом деле. Так, подожди, здесь тоже, что ли? Нет, здесь минус один, и наем идет. Здесь минус один, и наем идет. Правильно? Правильно. Так. Разграбить. О, привет. За один ход он не дойдет однозначно, здесь никого нету. Хорош. Хига. Хига у меня очень плодородная почва, это я знаю, что неоднократно, блин, проходил, захватывал это дело. Так, поэтому это очень плодородную почву сразу же. И давай, пришла пора, да? Избавляться от этого придурка. 3088%. Да ладно! Блять. С такими процентами, знаешь, капец просто. Хитрость покушения стать жертвой минус 5%. Хитрость по наблюдению за армией. Самовар. Вероятность избежать провала, хитрость при подкупе. Блять.
Ладно. Ну, он не нападет никуда, конечно. Обкакается раньше. Так, монах. Ну, давай. Тогда. Давай тогда начнем строительство. Здесь 5 ходов. Вот, изготовители луков. Я смогу вот это все сделать? Да, смогу, отлично. Если, конечно, это разумно вообще вот сразу все сделать. Может, на следующий ход было бы разумнее. Возможно. Лучше сделать, наверное, пищу в Цукуси и крепость начать строить, потому что Цукуси это очень-очень-очень опасное место, на него будут высаживаться только так. В принципе, так же, как и на Суу. Ну и как и на Будзен. Вообще, вот эти все северные провинции, они очень сильно под угрозой. И как бы, ну, ты не увидишь вовремя. Хидзен еще, ладно, если ниндзю засунул Будзен, ты будешь видеть, кто там проплывает. Тысяча 700 у меня осталось. Надо посмотреть каких-нибудь агентов. Нет, больше никаких агентов я не могу нанять. Вами я бы построил еще и горный дом, наверное, да, чтобы больше денежков было. Ну все тогда, конец хода. Поехали. Так, Симадзу идет на Хигу, я понимаю его желание. А, нет, вот армия, все нормально. Фу, я пересрал. Падение Аки. Включается но, я бы сказал, но. Давай, все, ниндзя. Ваш ниндзя А обнаружен. Стройка закончена, трактир в Цукуси. Угу. А где у меня там случай недовольства в Хиго? А, ну да, это вот новое. Десюка, так, отлично. Десюки, если нападут на меня, слушай, у них превосходная броня, это радует. То им нафиг ничего не светит. Держу в курсе. У меня тут твердыня, это два отряда, да? Плюс, да, им ничего не светит вообще, просто забей. Так. Расположение. Здесь что? Снимаем налог. Так. Наверное, можно поднять наоборот налог. Вот, все. 2500 у меня есть. Блин, конечно, вот это такой облом. 2493%. А что там? 3 самурайки. Отлично. Мне бы этого могло. Отлично. А! Понятно. Двое убежало, один остался. А! Они сразу здесь оказались. Классно. А, это один. Туплю, блин. Туплю, пацаны, туплю. Куда ты? Наследник у меня, да. Благо кота на том на мно. Ну вот. И, собственно, на следующий ход, наверное, я пойду прогуляюсь. Давай. Вернусь пока. То есть заберу это дело и, наверное, пойду захватывать уже бинго и там все остальное. Мне лучники, правда, нужны. Кровь из носа. Мне нужны лучники. Без лучников вообще не камильфо. Здесь что? Денег больше нет, ну потому что все потратил, как бы, что вы хотели. Можно торговый порт, конечно, здесь убрать. Учитывая, что я в ближайшее время все равно не собираюсь делать здесь мечниковскую. Вот, поэтому это, наверное, лишнее. Вот так, денежка вернулась. Вот, и мне нужны лучники. О, мне нужны лучники, буквально парочку. Вот 3 штуки мне вполне хватит, чтобы начать захват этого всего. Вот. 400 монет еще у меня есть. Сеять смуту.
Бля, это мой самый офигенный монах. Сука. Железорудный комплекс, да. Я вас понял. Монаха будем делать на следующий ход, когда святое место отчинится. И шпионскую сеть. Уж видеть проплывающие корабли. Так, ну и... Тут вроде все ровно. Так, кстати, здесь вот сколько у нас? 5, ну да. А если так? Так, все зелено, но... Один, ну тоже, тоже немного, я понял. Я к тому, что монахов брать бы оттуда. Так. Да, проходи. Кюй. Мне нужно будет видеть, что там происходит, и... Ясно. Макасины, давай. Здесь три. А что, я здесь налоги отключил? А, ну да. Ладно, пускай так и будет, наверное, пока. Угу. Погнали. Да ладно, серьезно. Один самурай только, да? И два лучника. Все остальное мусор. Поехали. Частично покажу эту битву. Ну, так как у меня огненные снаряды есть, то почему бы мне у начальника не заманить на лучников кого-нибудь так? Вижу, с двух сторон идут. С этой стороны никого, как я ловко лучников поставил. Так, самурай Симазу с катанами. Вот лучники, да, там, сигару с луками, ок, я понял, поехали. А, подожди, ну, короче, оставляюсь там, пока вырежут. Так, пошла жара. Ну что, неплохо, 8 самураек на ровном месте. Отлично. Ну и здесь идут бомжи. Я, короче, свалил в эту сторону. Можно вот так вот, кстати, встать, наверное. Я не пойду туда сейчас пока. Ну а чё, зачем все стреляют хорошо? Так, чуть не провтыкал захват площади, блин. Увлекся тут этим. Понимаешь. Расстрелом. Ты кто? Собираю Сьяри. Очень хорошо расстреливают. Ну а здесь фланговый удар. Все сломлены. Даже не откатили еще вообще ни, никакие умения. Ни огненные стрелы, ни... Ни воодушевления. Так, ну хватит баловаться, короче, я забегаю наверх. Сюда и давай-ка встречать самураек. Там сейчас еще полкан вроде должен подползти, ага. Еще, кстати, дать пару залпов.
Не, ну а чё? Чё такое? А, вот они только ползут. Иди помоги. Хорошо же, не? Ничего не такие с красными тапками непоколебимы, ну. Вообще. Ты посмотри, они там гарнизонных моих осигару чуть ли не сломали, да? Отсюда. Это что? Прочержим их. Там три военачальника, ну они там. Все с броней, вся фигня там. Наш полководец в опасности, мой господин! Все нормально. Писать в компот. Разрозненный. Встретимся на глобале. Так, сколько у них осталось? 123 человека. Ну, говно. Сука. Йо, у них еще подмога. Ну, может, это, кстати, хорошо. Они сейчас еще зимой. Нет. Так, так, так. Так, 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 так. Он не дошел. Ага. И он, кстати, скрылся. О, смотри, смотри, смотри. Хорошо, что у меня в Вами. Ухтар получил повышение. Ацука получил повышение. Всякое недовольство. Какое недовольство. Что там плывет? Это Хонма. У них очень похожие значки, у Яманала и у Хонма. Так, эти ребята идут без полководца ко мне. Давайте, подходите. Он тут типа скрылся, да? Тут армия. Я не вижу какая, но я ее не боюсь. Родился сын. Класс. У кого? О, у наследника. Прикольно. Мухтар что-то безродный какой-то. Хотя повышение получил только что. Мухтарчик получил повышение. Натиск кавалерии и преданность его начальника через даймё. Блин. Ладно. Так. Отлично. Я получаю командира пехоты. А давай рукопашную атаку, пофиг, нормально. Подтянет. Этих мы вынесем. Этих можно задержать, наверное, но... Сейчас мне нужно... Дьюси ворот замка. Отлично. Слушай, чтобы они не нанимались здесь. Вообще. Где-то у меня еще Мацука получил повышение, по-моему, да? В Кидзене это очень хорошо. Можно, кстати, Мацуку еще сделать. Вот Мацука получил повышение здесь. А, ну это фигня. Это не сильно важное повышение. Так. Вот этого типа, кстати, неплохо было бы туда отправить. Потому что он классный, а у меня и Вами это более прибыльная провинция. Поэтому иди туда. Отлично. Очень мощный дядька. Весь прокачанный цензор. Вот, у меня получается и Вами 3827. По факту на лобовой ставке 50%. Получается доход 2136.
А вот Цукуси это... Видите? Так вот. Ок. Далее. Починено, да? И можно, наверное, сейчас еще будет гостиницу сделать, чтобы делать монахов получше, блин. Город-замок Содзя. Все, они уже начали восстанавливать все на свете. Так, а я хотел... Будет это... Он не сможет пройти мимо. Не, он не сможет пройти мимо, он должен на Ивами идти по-любому. И можно только грохнуть вот здесь этого. Вот, суку. Мы посмотрим мультик, когда не смотрели. Понятно. Точнее, нет, непонятно, он вообще может его грохнуть, на самом деле. Нет, не может уже. Ниндзя-да! Решение не удалось. Ладно, жаль. Жаль. Ну, пройти он мимо не сможет, как я уже сказал. Здесь у меня два самурая, которых я переманил. Поэтому я беру вот это вот все. Оставляю здесь, я не знаю, вот один отряд. И... А, как у... Что он разрушенный, да, замок? То есть, в принципе... Грабить тут нечего, просто занять без боя. Что здесь? Торговая компания. Фигня, это все, короче, вот так. Рынок. Есть. Далее, Ваки. Ну, кто-то даже если высадится, он, наверное, не сможет с одного хода проатаковать. И что мне важно здесь? Монаха? Не знаю. У меня всего лишь на одного агента есть денежка. Давай я лучше с монахом повременю. Что возьму еще одного Мацуку вот здесь. Захват, стать жертвой покушения. Захватывать я никого не буду. Вот так вот сразу, да? И потом в Хидзен его отправлю. Все, с этим разобрались. У меня 400 монет еще есть на какого-нибудь агента, наверное, на вот этого. Вопрос, хочу ли я трогать вообще вот эту армию? Я, наверное, нет. Я хочу узнать, что с Сацуми происходит. Стискаю броника здесь, да. Это то, что надо. Просто прелесть. И в самом городе здесь находится и горный дом. Додзю на дате, это очень правильно, я считаю. Вот. Военный порт. Это просто шикарно. Додзю на Гината, ну, в принципе, да. В принципе, да. Ну, здесь горный дом. Пускай горный дом, как бы плевать. Хотя лучше, наверное, рынок было бы. Хотя плевать, если честно. Можно здесь будет этих делать. Кисё с броней. Поэтому вообще ничего даже перестраивать не буду. Так, это что? Лучник. Давай диверсию ворот замка будем делать здесь нон-стопом. Надеюсь, только... Ну, понятно. Ну все, это все, что у них осталось, по всей видимости. Я не знаю... Здесь христианские мятежники. Вот здесь кто-то может выскочить, конечно, но им придется вот так вот идти. В Сагаре никого, короче говоря. Ага, бля, понятно. Здесь ноль. Могу ли я дойти как-нибудь? Да, я могу дойти вполне. Я могу до Хидзена дойти. Здесь я могу троих вытащить. Соответственно, я вот этих троих вытаскиваю. Сразу же. Угу, не дохожу, блин. О! А,
Надо было раньше на это посмотреть, конечно. И что без... А, нормально. Нормально. Нормально все. Нихера себе. Так. Есть. Уработал все эти армии. Мерзкие. Сколько здесь можно? Троих, да, убрать? Ну, я не дотягиваюсь, ну как бы ок, ничего страшного. По найму сигару берем, здесь 0. С отключенными налогами. У меня налоги сейчас средние, да, средние. О, а, ну бинго, понятно, да, я только захватил. Доходы 219, блядь. Давай вот так вот, чтобы... Потом я отсюда мог выйти максимально быстро. Сейчас будет, конечно, битва, жесть. Так... Нужна ли мне кава тут? На самом деле пригодилось бы. Здесь очень много лучников, конечно. Просто безумное количество. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Блин. С другой стороны, если мне удастся их... Да нет, кава нужна. Кава нужна. Вот так, да. Потому что бегать даймё это такое себе, он не должен стоять в стене, ну в этой, не в стене щитов, а в боевой решимости. Вот. Все, наверное. Ломим. Дальше. На средних налогах 1900, в принципе, я считаю, неплохо. Тюсимадзе вообще не знает, что делать, да? Ну там, видели, карта красится. Так, и... А, сколько времени? Ну, в принципе, можно сыграть, да. Поехали. Так. Дождь это плохо, на самом деле. Скорострельность, по-моему, моих ружбайников падает. Блин, они идут с двух сторон. А так как у них дохрена лучников, я подозреваю, что лучники у них везде. Самураи с луками там и там. В смысле... Да, тут и сигары, там самураи. Вот эти, по-моему, дольше будут идти, чем вот эти. А, бля, так. Можно попробовать их сагрить, короче, побыстрее на себя. Вот так, чтобы они начали на стены лезть, там все такое. Где это говно все? Самурай с луками, самурай с катанами. У них кавалерии вообще, по-моему, не было, да? И вы начальника я грохнул. Ниндзюкой. Попробую завести его немного. Вот сюда, чтобы он не там. Дольше будут идти, да. Надо, короче, смотреть на это дело, кто там раньше подойдет. Может быть, мне придется сейчас наоборот перестраиваться. Примерно, когда они до сюда дойдут, они уже начнут стрелять. Может быть, вот этих подружей получится подвести.
короче, между двух огней окажусь, это точно. Она еще прикрывать. Да. Задолбают меня расстреливать, конечно, сейчас, скорее всего. Очень много лучников, просто пипец. А куда они стреляют? Кто стреляет? Наши скрытые отряды обнаружены, мой господин! Пиздец. А, они все равно лезут наверх. Отлично, все, короче, ладно. Проехали. Да, очень больно, ну что сделаешь. В итоге я никуда никого не подвел, да? От моих стрелков. Валим отсюда нахер. Как же вы задрали меня. В принципе, я же так же делаю, на самом-то деле. За мной гоняет самурай с катанами, сигару. Короче, всякая пехота за мной бегает. Ой, какая жесть, блин, с этими лучниками, сука, бесячими. Яри ползут. Так, дай-ка попробуем вернуться. Отъебитесь от меня, суки драные, ну. Бесячее говно. Пойдем захватим площадь. Ой, кто.
Да не, моей кавалерии капец, ее лучники перережут просто даже без каких-либо этих... Без каких-нибудь там оседарок или типа того. Очень много лучников. То есть, понимаете, да, лучники это просто пипец, блин. То есть мне пехота, срать на нее, можно встречать, там, что угодно делать. На стенах, там, не на стенах. Но лучники это жесть. Так, и чё мы здесь стоим? Наши бойцы бегут с поля боя! Это кавалерия. Какой позор! Это кавалерия убежала. Огонь! Самурай с катанами гасится. Так, надо, конечно, вот этих вот убить. Я уже без стены и щитов, без стены копий работаю, просто, блин, чаржусь. Здесь единственное, что забаговались. Зюки. Их надо так убить. О, хорошо. Расстреливаем самураев с катанами. Это пипец. Это, конечно, надо, да, замок побольше, либо, конечно, конину хорошую. Можно было с другой стороны попробовать, конечно, просто выйти на них заранее. Кстати, тоже вариант, да. Не подумал. Господин, могли замок захватить, чтобы очень мало народу, в принципе, было. Встретимся на глобальном. Жесть. В целом я потерял только каву и замкового самурая. Сколько у них осталось? Очень много. Золоторудный комплекс шлепнут, наверное. Сука, надо его задержать, короче. Этим. Подозрительная смерть. Кого? А, ниндзю убили. Ладно. Это я переживу. Наверное. Откуда это говно вылезло? Не было вообще армии никакой, но он все-таки пришел откуда-то оттуда. Крепость своя построила. Ха-ха. Как раз здесь как раз плывет что-то такое, которое захочет Суо высадиться. Ну, милости просим. Так, у меня в бинго есть Басё война. Здесь что-то там еще. Ночная атака имеется? Нет. Нету агента, который бы посмотрел, что там происходит. Так, нужно задержать этих пидоргов, иначе они мне разрушат золоторудный комплекс. Отлично. Отлично. Немножечко подвосстановимся. Угу. Вот. И ниндзюку еще, да. Все, денег больше нет. А, где там недовольство? Тига. Ну да, я в курсе. Оп. Ноль. А, отлично. Так, денег нету, к сожалению, больше. У меня есть... какие-то войска, но этого мало вообще. Раз, два, три, четыре,
5 отрядов. У него тоже 5, один из них. Это вы начальник. Но у него явно там катанщики какие-нибудь мощные есть, или типа того. Но у меня такое себе все. Хай. Так. Три. Я их так все время тру. Есть. Все вообще 5, еще мне по налогам. Я понял. Здесь вообще отменен налог-то. Так-то. Здесь 5. Ну, здесь я убирать ничего не буду, потому что мне нужно это для обороны. Если я сейчас высадится, например, что ты будешь делать? Здесь 3. Монаха можно взять, кстати. Сколько стоит смута? 400 рублей. На следующий ход. Попробуем. Крепость Суо. Это я в курсе. А терраса на земледелие где? Хидзен. Отлично. Так, налоги будем повышать? Я везде подменял налоги так-то. Давай, короче, этот ход еще порядок поустанавливаем, потом повысим. Так, Нагата, по-моему, просто так хрен высадишься. Только вот здесь вот можно высадиться. Поэтому давай я... ничего не буду делать. Потом, если кто-то здесь высадится, например, сюда можно будет перекинуть. Вопрос в бинго, хочу ли я отсюда выйти и что-нибудь сделать. Здесь, по-моему, тоже с одного хода не убьешь. Вот Суо, да. А бинго, по-моему, нет. Все-таки. Это не точно. Вот бунго, да, а бинго нет. Бинго, бонго. Йоси. Отлично. Еще ниндзюка есть у меня? Ну что там с агентом сделали? Убили его, ясно. Ну у меня в принципе здесь армия приличная. Так-то. Убег. Так, это военачальник. Здесь он какие хорошие. Самурайки всякие, да? Да не, ну капец. Без вариантов. Время. Ну, ладно, последняя битва. Число. Так, там, по-моему, военачальник где-то. Вон он. Сразу на него. Ну капец. Моментально просто. Так, это дело. Шагом. Куда? Так, они туда идут, да? На холм. Может, двоих сразу за раз шлепнуть. Кстати говоря. Эти не успеют. Господин, их военачальник мертв. Серьезный удар для врага. Очень хорошее вообще его решение отойти, чтобы всяжиться у меня. Сколько я потерял? 5 человек. Ой, он там пулькает что-то. Прикольно.
все. Он живой, что ли, еще? Вот, сука. Но он не выживет все равно. Потому что он в замке окажется там, и все такое. Так-то он убежал. Так, кто там у нас? Самурай с катанами, самурай с катанами, самурай с луками, самурай с луками. Я понял. Все, какие они дерзкие, ну. Да уж, ну просто пипец. Вот без брони это просто пипец. Посмотрите, сколько они убрали у меня. Сколько у меня два военачальника убрало, и сколько у меня убрали эти лучники, самураи. Я у них тоже нихерово повыносил. Просто жесть. Нужны, конечно, конницы с катанами, чтобы справиться с этими лучниками. Ну или эти свои лучники, которые дальше стреляют. Да. С этим синглобальным. А еще броня очень хорошо помогает против этих лучников. Мори, такая-то. Такамото. Любовница-крестьянка. Командование при обороне на суше, боевой дух всех отрядов. Не надо нам любовницу-крестьянку. Защита пехоты с копьями под началом этого воина. Есть ночные атаки и боевую решимость. Чпоник. Сколько денег? Да нисколько, занять без боя. Вот так. Ну, нажимаю конец хода, наверное. Если будет битва, то я ее буду играть уже в следующей серии. Просто хочу посмотреть, что будет дальше. Этого я задержал. У меня есть 48 монет, это ни о чем. В принципе, все основные агенты походили. Мне еще монаха надо сделать будет. Следующий ход. Восстание у меня не планируется, случайно? Нет. У, а я там, короче, забыл походить. Я там забыл походить внизу. Да, ну я понял. Возможность перехвата отказаться. Зарубимся в начале следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел, это был Кот. Это Мори. Легенда у нас со всеми с первого хода. Всем пока. Лайк, подписка, все дела.